Ну і маємо багато новин з Близького Сходу. Там говорять про оточення Гази, про вихід Сахалу до узбережжя, а також про перший запуск, про перше збиття в космосі балістичної ракети. Яким чином це відбулося, дуже цікаво проговорити. Пропонуємо розібратися в цьому з головним редактором ізраїльського порталу «Деталі» Емілем Шлеймовичем. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаємо добрий вас. День, пане Еміле. Здравствуйте, добрий день. Ну, давайте і почнемо, напевно, з останньої противної ситуації. Дивіться, якось вчора було багато, вчора на вечір було дуже багато новин, а сьогодні якось все стихло і дуже мало сьогодні якихось повідомлень лунає. Що зараз відбувається на Близькому Сході? Ви праві, на самом деле, ну, от вчора у нас був мощний обстріл центр страны, було или 6, или 8 перехватів. Это дальнобойные относительно ракеты, используются с дальностью лета 120 километров, 100 километров. Сегодня, в общем-то, обычная такая рутина. Да, армия обороны Израиля рассекла как бы Газу, то есть они дошли до побережья, Газа разделена на северную и южную часть. Там город Газа в первую очередь интересует армию, это внутри него находится основной анклав командования. И мы ждем начала операции против больницы Шифа, ну, правильнее сказать, против подземного города, который внутри, но сверху находится вот эта больница. Город окружен, об этом уже говорилось. В городе идет очень медленное продвижение израильских войск, их не вводят в переулки. Вот. Происходит обрушение определенных объектов на территории города для того, чтобы солдаты продвинулись и дальше проводили на том, что осталось от этих объектов, зачистку. Вот. Были попытки побега из больницы на амбулансах боевиков Хамаса. Нет уточнений, это какие-то руководители пытались скрыться таким образом, или сами боевики. В любом случае, попытка не удалась, они были уничтожены. Кроме того, Египет и американцы говорят, что когда подавали заявки на то, чтобы пропустить людей через КПП Рафиах, чтобы беженцы с иностранными паспортами могли выйти, то примерно треть из этих заявленных людей были боевиками Хамаса, они их вычислили, им просто не дали разрешения, они не прошли, но это те процессы, которые затрудняют эвакуацию обычных гражданских лиц из Газы. Хотя Египет, в общем-то, продолжает им отказывать. Там приема по-прежнему нет, только очень ограниченные партии, если так можно сказать, очень ограниченное количество людей пропускают на ту сторону. В первую очередь раненых, которых лечат, начинают лечить там в полевом госпитале. Ну, в общем-то, ну да, продолжаются удары по территории сектора, они достаточно сильные. Продолжается идентификация до сих пор тел погибших гражданских лиц в Израиле. 834 тела опознано, 730 выданы семьям для погребения. Многие похоронены уже, но вы видите, в общей сложности там было 1400, больше даже, погибших. То есть там вопрос идентификации продолжается. Он очень важен, потому что таким образом определяется количество заложников, удерживаемых Хамасом. И по оценке экспертов, в любом случае, они говорят, что останется ну, как минимум несколько десятков тел, которые не удастся окончательно идентифицировать. Останутся остатки неопознанные, значит, какое-то количество людей останется, будут по-прежнему числиться пропавшими без вести. Но вот вчера пришла информация, что 8-летняя девочка, которую считали погибшей, она определена как выжившая, и она находится одна в руках у Хамаса среди других заложников. Исмаил Хания перелетел в Сирию. Неясно, с чем связаны эти вояжи его. Он перед этим был в Иране, перед этим был в Катаре. Обыкновенный военный день, он сегодня ничем не отличается от всех остальных на самом деле. Судячи з ваших слів, ми не говоримо про якісь гуманітарні коридори для мирного населення, і виходить, що... Є гуманітарні коридори, определені часи. Якщо мені не змінює пам'ять, кожен день відкривається определений коридор на 3 або на 5 часов, по якому люди можуть виходити от в цю от зону, в которой собираются беженцы и в которую подвозят гуманитарную помощь.
Для армии обороны Израиля это выгодно. Выгодно, чтобы осталось как можно меньше гражданских лиц в зоне боевых действий. Для Хамаса это, естественно, невыгодно. Не могу ничего сказать про обыкновенные кварталы, где есть их инфраструктура. Но однозначно известно, что люди удерживаются в районе больницы Шифа. Вот. Коридоры действуют каждый день. Практически армия распространяет заявления о конкретных часах, когда эти коридоры будут работать. Было уже один раз обвинение Хамаса в том, что армия якобы обстреляла гуманитарный коридор. Ну, это обычные фейки, которые распространяются. Просто нет никакой необходимости обстреливать гуманитарные коридоры, по которым, если по ним выходят обычные люди. Головне управління розвідки України повідомило про те, що тренуванням бійців Хамасу займалась в тому числі приватна військова компанія «Вагнер», яка відома всьому світу як терористична організація, яка воює в Україні. Чи відомі вам такі факти, чи відома вам така інформація? І взагалі, чи аналізується зараз російський слід, російська участь в діяльності Хамасу і в дестабілізації, яка розпочалась на Близькому Сході? Знаете, это очень комплексный вопрос. Вообще, если состоится все же визит Зеленского в Израиль, то мы здесь надеемся, что помимо просто выражения солидарности с нашей страной, что само по себе, несомненно, важно, Зеленский прилетит для того, чтобы предъявить израильскому руководству определенные доказательства соучастия России во всем, что у нас происходит 7 октября. По целому ряду направлений. Во-первых, по поводу Вагнера. Значит, объявление о том, что боевиков Вагнера приглашают повоевать за Палестину, они появились в российских пабликах практически сразу с начала военных действий. Вот. Но сложно сказать, сколько на самом деле там оказалось военных на самой территории сектора Газа. Об этом информации нет. Но зато появилась информация о том, что ее опубликовало издание Wall Street Journal со ссылкой на чиновников Вашингтонской администрации о том, что Россия намерена передать комплекс «Панцирь-С1» в пользование боевикам Хизбаллы. «Панцирь-С1» — это совмещенная ракетно-артиллерийская система, зенитная, которая может бить на высоту до 15 километров, дальность лета у нее до 20 километров. Она может действовать как против воздушных целей, так и против наземных. Тем не менее, это все-таки система не очень новая. У них есть и «Панцирь-С2», у них есть и более поздние модификации. Эта система разработана в первоначальном, в первосозданном своем виде еще в 1994 году. Потом, правда, дорабатывалась. Российская армия, она на вооружении с 12-го, во всяком случае, по открытым данным, с 12-го года. То есть то, что это однозначно недружественный шаг, тут даже говорить нечего. Россия это пока отвергает. Россия также отвергает готовность боевиков «Вагнер» на территории Сирии при необходимости примкнуть к боям, если они развернутся в полную силу. Вот. Но чего стоит опровержение России, как и подтверждение России, мы с вами хорошо знаем. Эта информация существует, она неприятна, но она не очень пугает, потому что точно так же, как раньше наносились удары по системам ПВО при необходимости, точно так же будет нанесен удар по панцирю. Как бы это плохо, но это не критично. Очень большие подозрения существуют относительно того, не соучаствовала ли Россия в логистике и в подготовке информационного сопровождения всей военной операции Хамаса. Там просто задействуются техники разные, которые сами по себе, может быть, и не очень сложные, но их надо, во-первых, знать, и, во-вторых, уметь претворить жизнь. Ну, например, техника, скажем так, подсаживания Стокгольмского синдрома к определенным заложникам. Причем выбрать надо правильного этого заложника, определив его психологический тип. Мы видели это в момент освобождения пожилой женщины, которая дала такую достаточно мягкую в адрес Хамаса пресс-конференцию о том, что там беспокоятся за женщин, предоставляют им средства гигиены там и так далее. Это, на первый взгляд, кажется очень простым, потому что у женщины там муж остался, то есть в заложниках. Вот. Но это на самом деле операция, которую нужно уметь провести. Съемки зверств, которые осуществлялись, и убийств, сделанные с нательных камер боевиков. Они не использовали раньше нательные камеры. И это не опыт исламского государства. Исламское государство в первую очередь распространяло видеосъемки казней, а не видеосъемки боев. То есть
там очень много по разным направлениям косвенных указаний на то, что Россия как минимум знала, а как максимум какие-то специалисты могли в чем-то участвовать. Опять же, поставки оружия, опять же, переговоры Хамаса в Москве о поставках оружия. Опять же, раскачивание там по каким-то своим внутренним соображениям, видимо, в интересах Кадырова, ситуации на Северном Кавказе, антисемитизм, который там начали поднимать. Вы знаете, в Махачкале 29 октября этот погром случился, а 28-го проходила встреча Кадырова с Путиным. Вот. Ну и потом вот сейчас Кадыров выступает таким защитником и куратором уже всего Северного Кавказа, что, как мне кажется, не очень понравится живущим там народам, многочисленным, которые имеют собственную гордость, собственные культурные коды, собственные взгляды на жизнь на своей собственной земле. Вот. Хочеться ще одне питання встигнути вам поставити. Дуже цікаві коментарі з вашого боку. Що відбувається зараз у відносинах між Туреччиною та Ізраїлем? Це загострення і дипломатична перепалка і прямі заяви Ердогана про те, що Хамас – це взагалі не терористи, відкликання дипломатів. Як в Ізраїлі розцінюється загострення цих відносин? І наскільки все дійсно гостро, адже є версія про те, що з боку Ердогана це лише політичні такі заяви напередодні місцевих виборів. Ні, це, скажімо так, Турція отозвала посла. Но абсолютно все расценивают это как прекращение Турции, не Турции даже, а Эрдогана общаться с Бениамином Нетаньяху, от которого он не получил того, на что рассчитывал, а рассчитывал он на более активное участие в качестве посредника. Как бы точно так же, как он не получил от Хамаса. Того же самого. Хамас оскорблен заявлением, что его главарям нужно покинуть территорию Турции, тем, которые там находятся, и тоже не стали воспринимать Турцию в качестве посредника. Ориентируются в первую очередь на Катар, потом на Иран, на Египет. Но как бы Эрдоган остался загнан в угол, начал выступать вот с этой риторикой. Загнан в угол в том плане, что он оказался никому особо не нужен, а он претендует на роль регионального лидера. Но это ни в коем случае не означает прекращение контактов между разведками Турции и Израиля. Это не отражается никаким образом на товарообороте. Несмотря на то, что в Израиле там из-за этой риторики звучат призывы покупать, например, местного производства помидора, а не турецкого. Но мы с вами понимаем, что это мелочь, не это определяет характер между странами. Йоси Коэн, которого Нетаньяху сделан спецпосланником по работе с Катаром, он также является очень хорошо известным Эрдогану и, самое главное, очень близким другом министра иностранных дел Турции. Йоси Коэн – это бывший наш глава Моссада. То есть контакты между нашими странами продолжаются, и они однозначно будут продолжаться, когда будет решаться вопрос урегулирования после войны. Несомненно, Турция хочет там участвовать в том или ином формате, возможно, частично в воинском контингенте, возможно, в восстановлении части тобто, сектора. Відносини ще можуть повернутися до нормальної співпраці і комунікація між країнами йде. Це найголовніше. Буквально до этого, так что нынешняя риторика привязана исключительно к моменту. Как вы видите, Турция не заполнена беженцами сектора. Дякуємо, пане Емілі, маємо завершувати нашу розмову. Дякуємо вам дуже за включення. Позиція зрозуміла. Емілі Шлеймович, головний редактор ізраїльського порталу «Деталі», був з нами на зв'язку. Дякуємо ще раз за дуже цікаву розмову.